Сегодня 13 марта 2023 года. Закончил объект в городе, столице нашей, Крыма. Вчера опрыснули сад. Нужно еще закончился раствор бордовской жидкости. Сейчас еще подкупим. Надо будет закончить опрыскивание и повторить, где были орехи. Они сейчас хорошо видны. Понизили уклоны. Черешня была очень высокая. Что с лестницы даже собрать урожай невозможно. Тут тоже понизили. Малины. 14 марта 2022 года. Очередной заказчик попросил обрезать беседку. Здесь, вот здесь, и вот это. Вот это вот. Работы много. Сейчас начал резать обдову. В конце обрезки покажу, как оно получилось после обрезки. Вот закончил обрезку. Классическая обрезка. Оставлял три почки замещение, сучок замещения, и 4-6 почек плодоношения. Еще надо прийти подвязать. Сейчас дождь моросит. Еще осталась вот эта вот беседка. Сейчас вот перенес лестницу с этой стороны поближе, сниму вот в таком состоянии виноградник. Здесь можно исправить все. Есть хорошие плодоносящие веточки. Да, вот начал резать. Все надо будет подвязывать. Сухую подвязку для возврата. Закончил обрезку. Классический идет. Две-три бочки. Сучок замещения и плодоношения. Сучок замещения. Плодоношения. Здесь все нужно будет потом прийти. Вот это подвязать. Горизонтально. Сухая подвязка делается горизонтально. Все это вот так вот перевести. Сухого много, вот лозы накидал. Ну вот такая получилась обрезка винограда. Все, на все про все ушло 2,5 часа. Классические 2-3 почки замещения, сучок замещения и плодоношения.